И здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и меня давно просили, я наконец-то решил в это поиграть. Давно, много меня просили поиграть в игру Симпсоны Ударя Беги. Собственно говоря, я говорил, когда я закончил проходить GTA 3, вот этот ремастер, я сказал, что Симпсонами мы... Скорее всего, заменим GTA-шку теперь. Я, кстати, давно скачал ее. Она у меня давно уже скачанная. Больше года уже вроде как даже скачанная. Но что-то я особо в нее не играл толком. Но сейчас пришло время сыграть. Давайте нажмем новую игру, собственно. Пофигу. Я немножко поиграл. Эй, ребята! Я рекомендую вам новую колу. Этой колой никто не отравится. Новая кайфовая кола принадлежит к числу лучших безалкогольных напитков. И в ней есть специальный ингредиент. Очень классная вещь. Выпей ее и можете заниматься своими делами. Попробуй новую прикольную кайфовую колу. Попробуй ее. Кайфовая кола. Я должен купить себе такую. Да. В спринтерскую продажу поступает некая Баскола. Но... Вот только вот озвучка полное говно, конечно. И перевод тоже. Поговори с Марк. Вообще-то Марч правильно зовут. Ее надо немного сделать потише голоса. Тау! 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 Че это такое вообще, блин? И так тоже немного. Вот так сойдет, короче. Продолжаем. Как поговорить? А действует у нас какая кнопка? Так, в управлении, короче, заглянуть надо. Я уже забыл, какие кнопки у нас тут имеются. Управление персонажем. Так, действие. Enter. Атака у нас ни на какую кнопку не назначена. А, или это атака с прыжком вместе? Прыжок у нас... А, это прыжок на Space. Так, атака у нас что-то не включена. Так, ну я нажимаю левую кнопку мыши, что-то это никак не действует у нас. Да фиг его знает, короче, так. Вперед, влево, вправо. Так, ладно. Ладно, с действиями разобрались, Enter надо нажать. Кто-то съел все сладкое в доме. Нужно срочно идти в магазин и купить много мороженого. А это, наверное, один из наших ребят, Милхаус. Продолжить. А теперь голоса слишком тихие. Надо опять делать громче. Озвучка просто отстой, конечно. Неужели нельзя было нормальный этот русский дубляж сделать? Не, ладно, русский дубляж. Может быть это слишком сложно, но почему вот я бы в таком случае взял бы английскую озвучку и поставил бы субтитры. Оригинальная эта озвучка куда лучше, я уверен. Но субтитров я в игре не обнаружил. Ты что, дебил, что ли? Что творишь, блин? Игра 2003 года, кстати. И, собственно говоря, разработчики вдохновлялись, конечно же, GTA-шечкой. Твою ж ты налево. Я кого-то сбил. Что-то камера тут нифига не вертится. Камера-то может вращаться, ну куда эти посмотреть? Вот управление транспортом повернуть влево. На это у нас типа уже стоит. Поменять камеру. А, нет, это у нас. А персонажем. А, нет. Камера вправо. А, это только кнопками можно, что ли? Мышкой нельзя, что ли?
Какой отстой, а? Да, управление куда хуже, чем в GTA, конечно, но надеюсь, что не настолько... Но надеюсь, что управление хотя бы будет лучше, чем в Lego City Undercover, к примеру. Вот там вообще мне не понравилось управление, вот там просто отстой. Эй, дай мне колу, мне нужна еще пачка мороженого с маленькими пирогами. Что случилось с пирогами, которые твоя жена купила сегодня утром? Возможно, я помог, точно не помню. Блин, я бы реально играл бы с английской озвучкой, были бы тут субтитры, но что-то я их не обнаружил. Миссия завершена. Возвращайся домой, поговори с мамой, чтобы начать следующую миссию. А. А без них я чё пойму, как я тут сюжет пойму? Придется с такой озвучкой нянчиться, чё поделать? Звонили, доставьте сообщение. Можно на F, кстати, как в GTA садиться в машину. Вибрация щекочет мне стопы. Спрингфилд, городок, собственно говоря, в игре действительно очень привлекательно, лампово выглядит, я бы сказал. Мне очень даже нравится. И путешествовать по нему, мне кажется, будет интересно. Впрочем, вот этот вот дом, различия с мультфильмом тоже как бы и имеются. Вот этот ты дом... Ты водишь неплохо, но не хватает чувства. Глотай за мной пыль. О, я забыл свое задание. Вот этот дом-то, который... Он не голубой, он там коричневый вообще должен быть. Можно еще монетки собирать, которые находятся здесь. Блин, как вот неудобно, что камеру так... О, а что будет? Ну-ка. Я думал, он покачается. Он качаться будет на ней. Это что? Фу, господи ты, боже мой. Хорошо, что я не вперед встановил. Так... Оу, Мелисса ушла в школу и забыла дома свой научный проект. Можешь отвезти его ей. Оу. А это обязательно. Ты можешь выбросить это по пути на работу. И я должен идти на работу. Почему женских персонажей нельзя было другим голосом озвучить? Вот это тоже вопрос интересный. Так, поедь в школу. Ага, сейчас на школу мы посмотрим. Мое. Вообще, любовь к Симпсонам я несравненно разделяю. Давай сделаем сам, это. Сам смотрел этот мультсериал, естественно. Ну как, мультсериал? Ну действительно мультсериал, но для взрослых. На канале 2x2 у нас показывался. Так, это гонку нам предлагают. У нас нет времени на гонку вообще-то. А, подождите, это надо раньше я таксисты действительно по заданию приехать. Ничего, сейчас справимся. Эти люди говорят, что я тормоз. Постой, они меня оскорбили. Вахишь ты налево, а? В какую сторону надо ехать? По-моему, не в ту. Давай уже. Он уже уезжает, вот зараза какой, а? Не плачь над этим. Ничего, сейчас переиграем. Без проблем. Это Скиннер. Директор Скиннер на таксишке едет. Понятно. Чё-то я не дочитал, походу, задание. Собственно, я еще играл давным-давно в такую игру. Симпсоны Тейп-аут на андроиде, где надо свой Спрингфилд, короче, строить. Игра, конечно, прикольная, взломной версии искал, но в последнее время она уже наскучивает просто. Просто наскучивает стала. Но игра работает и по сей день функционирует. Вроде как. Жаль, она без интернета только не работает. В Майнкрафте я скачивал карты. Блин, я даже делал обзор на карту со Спрингфилдом в Майнкрафте. Там довольно-таки, довольно-таки прикольно, но Спрингфилд там совсем не такой, как в этой игре. И с озвучки поугарать, конечно, можно. Кто это озвучил, я вообще не понимаю. Ой, господи, так... Спасибо, что принес мою модель. Эй, а где лесенка? Мой голод растет, оно было настоящим. Это обвинение в растрате. Нет. К
Кстати, папа, звонила мама. Она сказала, что хочет поговорить с тобой дома, прежде чем ты пойдешь на работу. Нет! Тебе в лицо! Ура! А это что такое? Ну-ка. Оставь меня в покое, я занят калибровкой. Не работает что-то эта штуковина, ну и фиг с ней. Ой, какой... Ой, безобразие-то какое тут у нас, а? А я могу пожарную тревогу, что ли, включить? Давайте, спасайтесь все, кто может, а я пошел. Да, поугарать в этой игре, конечно, можно. Мне нравится, вполне. Абсолютно нравится. Я очень надеюсь, что мы эту игрушку с вами пройдем. Так, в общем, надо по стрелочкам ехать. Это очень удобно. Да, вот... Да, оказывается, не одним голосом все озвучено. Оказывается, вон у Лизы другой голос. Ну, а действительно, не дай бог бы у Лизы такой мужской голос еще был. Но почему Марш нельзя было другим голосом озвучить тоже? Ну, блин. Вот озвучка полное говно, реально. Оригинальная с субтитрами, вот это я бы оставил. Я, наверное, озвучивать бы даже не стал бы сам. Я что-то думаю, что вот после прохождения GTA 3 уже больше не буду озвучивать субтитры. Лучше английскую просто слушать и наслаждаться ею, читая при этом субтитры. Это было проще простого и легче легкого. Ну, впрочем, мне лично кажется, что даже я озвучил бы лучше, чем вот этот чувак, который озвучивал эту игру на русском языке, блин. На F еще можно использовать действие, что, как по мне, удобнее, чем дотягиваться рукой до Enter еще. Гомор, сходи, поговори. Гомор! Похоже, ему есть что сказать. Ну почему я? Я же самый лучший сосед в мире, мне даже кружку с такой надписью подарили. Гомор. Не, ну вот, конечно, кто озвучил эту игру? Ребята, если знаете, напишите, кто озвучил эту игру. Может быть, мы бы потом его нашли с вами. Да спросили бы парочку вопросов. Задали. Слушай, Гомер, столько моих вещей Гомер. Пропало. Я вызвал полицию, чтобы найти вора. Я готов. Мой холодильник, мой стул, семейный портрет. Что за ненормальный забрал все эти вещи? О, нет, я все перемешал. Нужно быстро придумать повод, чтобы уйти отсюда. А, простите, я только хотел нажарить немного кукурузы. За отведенное время ты должен найти все 6 потерянных вещей Неда, да. Простого. Нед у нас... Да. Надо в машине. Смокинг Фландерс найти нужно. За 40 секунд всего лишь. Да вы что, угораете, что ли? Я смогу это сделать? А, прибавляется время нам потом. Ай, блин. Газонокосилочку. Ох, как я не задел сейчас, а. А, можно не выходя из машины взять, что ли? Поговорим с Барни. О, да, хрустальные яйца в гнезде. Хрустальные яйца. Помнишь вентилятор, который я подарил тебе на день рождения? Флендер хочет забрать его обратно. Это я использовал для туалета. Понятно. Даже совсем не поздоровался, блин. Здорово, я супер-пупер скоростной. Эй, смотри на дорогу, придурок. Правильная речь. Я стульчик. Сделал глупую фотографию с глупой семьей. Как же так быстро такие вещи находятся? На дороге даже валяются, видите ли. Итак, по
последняя. Где же я оставил этот глупый противогаз? Черт, откройте грузовик, дам! А зачем я назад еду? Я сейчас вот так вот сделаю и... Бум! Нафиг! Как я не заделал эту машину, тоже не знаю. Надо было с разгончику сразу туда хреначиться, и было бы офигенно. Нифига себе, а чё он на верхушке-то делает, на самом? Не допрыгнуть. Ой! Это надо подойти ближе, что ли, или как? А, надо, короче, надо щелкнуть и... Надеюсь, что не нажимай не значит не нажимай немедленно. Лучше прекратить, пока полицейские не нашли меня здесь, беседующим с самим собой. Точно. Да, ну я как я вижу, в игре открытого режима как такового нет пока. У нас задания за заданиями идут, то есть не надо ехать ни на какую там метку с буковкой. Задания просто идут сразу одно за другим. Это не как в GTA, но зато, кстати, такое было в Мафии. В мафию я не играл, но мне об этом рассказывали. Флендерс, я нашел твою пропажу. Флендерс. А как насчет вознаграждения? Спасибо, соседушка. Вот твое вознаграждение, молитва нашему Господу. Творец наш и Вседержитель воздаст тебе награду на небесах. Идиоты, религии им достаточно для счастья. Я такой талантливый. Хорошая награда, конечно. Ладно, сейчас наш Гомер поедет в дом Симпсон. Гомер, блин. Это тормозит мое движение. Кто придумал вообще... Кто вообще додумался назвать его Гомер, а? Неужели этим людям неизвестно, что его имя Гомер? Гомер. А не Гомер. А не Гомер, блин. Ты опоздал на работу, а сегодня мистер Смизерс должен был проводить с тобой собеседование. А? Домик для скорпиона. Где же будет жить мой скорпиончик? Мне может помочь только один человек. Ленни. Я многих персонажей в Симпсонах знаю. Тем более благодаря вот этой самой игре. The Simpsons Tape Out. Там же всех... Там у каждого персонажа имя подписано. Не полное, правда, оно может быть там быть. Там они подписаны так, как их в мультфильме, собственно, и называют. Просто они полными именами там все дела. Ленни, ага. Как быстро мы нашли его, да. Ленни — это у нас коллега по работе у Гомера. Эй, как насчет завтрака? Нет времени, скажи, где находится мистер Смитерс? Я думаю, что видел его в магазине. Приобретайте завтраки. Мне нужна машина помощнее, и я разберусь с ним. Интересно, у Барни еще есть его Плаутинг? Для выполнения этой миссии тебе понадобится король Плуг. Купи его у Барни за 150 монет на бензозаправке. Для доступа к транспорту, который у тебя уже есть, используй телефонные будки. Угу. Постараемся запомнить. Барни, can I borrow the Plow King? Ищи, что хочешь, сексуальный лепрекон, только не трогай меня. Как хотите. Что это за диалог такой только что был? Полуанглийский, полурусский. Так, короче. А для покупки... А, у меня 21 монета всего. Это мне надо, короче... Это мне гонять нужно по городу и монетки собирать. А, вот. Да. Вау, теперь мне надо на дискотеку. А что с ящиками с этими делать? Это что у нас? Это 31 монета, ну а... А как открыть ящики-то?
Атаки и кнопки я так и не понял, как атаковать-то, собственно. В принципе, а вот сейчас, что можно сказать? Сейчас, по сути, уже есть какой-то открытый режим. Потому что мы не можем начать следующее задание, пока у нас не наберется достаточно монет. Так. За монетками на кладбище не лазят. Так что ищем монетки в других местах. Так. Ну давайте кому-нибудь на территорию дома залезем. Будем поукрадем там монетки. Как открывать? Как ящики-то открываются, я нифига не пойму. Дайте его в управлении посмотрим. Управление персонажами, так понимаю. Атака. Атаки вообще никакой не стоит. Не, реально, атака не включается никакая. Она просто исчезла. Фиг его знает, короче. Ага, я понял. Ящики ломаются только с помощью машины, походу. Их надо раздалбывать машиной, а не чем-либо другим. Давайте, короче, кататься по городу и раздалбывать ящики машины. Что-то я нифига не додумался это сделать. А с этих ящиков действительно выпадает куча монет. Ох, я затупил сейчас, конечно. Так, вот один из них. Ох, за одно такое убивание уже сколько дается-то. Просто хотел орешков. Уже почти достаточно. Блин. Почти достаточно. А заборчик можно разломать? Нет. Просто там ящики на территории домов могут быть. За это тоже дают монетки. Короче, надо где-то еще искать. Надо еще где-то ящичек найти бы. И тогда денежек на все у нас отлично таки хватит. И даже больше. Да, вот с ящиками я тупанул прям, ну, натурально просто. Ох ты, сколько тут монеток-то. Давайте их соберем. Да залезай, что ты встал-то? Он так не лезет, наверное. А пчела это охраняет, короче, все эти дела, да? Я так понимаю. Вот теперь-то хватает у нас на все при все. Так, давайте, короче, поехали это покупать этот плуг или что у него там. Так, вот он. Can I borrow the Plow King? Ищи, что хочешь, сексуальный лепрекон, только не сексуальный лепрекон, блин, ну вот. Как хотите. Надо же было так додуматься, а? Так, а как купить? Ага, вот, купили. Так, уничтожь машину Смиттера. Пока он не добрался до электростанции. Господи, ну кто так переводит, а? Эй, это же мое! Убирайся с моей дороги, придурок! Кто переводил игру? Скажите мне, пожалуйста. Его зовут Смиттерс. Смиттерс, а не Смит. Смиттер. Или как там было написано? Машина слишком огромная, и у нее сзади... Она сзади сыт еще, по-моему.
И на такой машине я что-то опасаюсь. Я стараюсь ни в кого особо не врезаться, но... такая, на такой громадине ехать-то куда тяжелее. А где он вообще? Смитер стоит. Ну ничего, сейчас разберемся. Найдем. Что, не видишь? Я за рулем. Осторожно! Уничтожь машину Смитерса, пока он не добрался до электростанции. Дорогая машина у него, конечно. Пишут, кстати, что вот этот Смитерс гей, потому что он красивый. Это абсолютно неправда, никакой он не красивый. Ладно, шуточки в сторону. На самом деле, ну действительно пишут, что он гей, но я не знаю, правда это или нет. Но он является заместителем босса на атомной станции, насколько я помню. Безумное вождение – это мой конек. Я не меньше навсегда. Ой, не ох, раз. Ёшкин кот, как же мы сами не взорвались. Нет, вот нет, нет. Как Смитерс не взорвался вместе с машиной? Вот это прям удивляет меня. Ага, твою ж ты налево. Будем надеяться, что Смитерс не увидел, кто находится вот в этой здоровенной машине, в которую мы сейчас едем. Потому что в противном случае Гомеру бы очень сильно бы по заслугам досталось потом на работе. Куда? Так, в какую? Туда надо ехать, да? Хорошо завернул тут автобус, или что там было. Так. Довольно легендарное, собственно, место в этом мультсериале. Мне кажется, на машине туда не надо было заезжать. Пусть останется здесь. Легендарное место, атомная станция непосредственно. Так. Мы идем наверх. Ой, ты что творишь-то? Что это такое? Как мне нравится бездумно что-то толкать. Да что такое, а? Давай. Езжай нормально. Нам куда надо? Нам же наверху, нам же туда надо или нет? Так, а вот, а как наверх? А дальше куда? Надеюсь, что не нажимай не значит, не нажимай немедленно. Короче, какой-то лабиринт у нас целый, блин. И уже пошел немного. Наверх. Это. А мы и тут были только что, нет разве? Нам вообще куда надо-то? А, нам в дверь надо, господи. Не на кнопку, я думал, это на кнопку нас как просили нажать. Как с этими камерами? Сексуальные девушки могут наблюдать за мной через интернет. Глупые камеры, поразбивать вас нужно. Тут с юморком, конечно, не взросла. Блин.
Надо уничтожить все за отведенное время. Интересно, что же именно надо уничтожить? Я ничего не вижу, ты. А, вот эти? А как уничтожить-то их? А, на F. Это никому вот не так. Нравится. Это надо по всей станции уничтожать эти штуки. Ну как по всей станции? По этой комнате всей. Потому что сама станция, она очень огроменная. Порядок позже. Если ты такой умный, как же я тебя победил? Это никому не нравится. Вот монетки с них выпадают, а я их не успеваю поймать. Совершенно. На нафиг. Зараза ты такая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин! А как я должен был там... А как я должен был там упрыгать, успеть? А я допрыгнуть до туда смогу вообще, нет? Давайте попробуем. Эй, ты зараза, не могу. Нет, так это не работает у нас. Вот камеру, что вот так камера не поворачивается, это капец как неудобно. Ох, как я смог сейчас, а. Марк берет этот беспорядок позже. Да бей ты ее, чё встал-то? Гомер. Алло, бей. Бей, я тебе сказал. Он ее не бьет. Она не бьется. Почему она не бьется-то? Она не бьется. Я нажимаю, она не бьется. Это глюк какой-то я или не, или что это? А, это можно по пару подняться было, что ли? О, что происходит, я не понимаю. Вау, теперь мне надо на дискотеку. Сейчас разберемся, я надеюсь. Ай, мою бикини украли. Так, вон одна из этих штук еще. У нас 30 секунд осталось, и... Если ты такой умный, как же я тебя победил? 20 секунд. Та штуковина не ломается. Ну-ка, если она сейчас не сломается, я не знаю, что делать. Она не ломается. Она не ломается. У меня какой-то глюк, она не ломается. Я подхожу, а он ее не бьет. Он не бьет ее, просто она не ломается. Для экономии времени срезаю углы. Ну да. Короче, ребята, давайте остановимся на этом. Чего-то я не знаю, в чем дело. Эта штука не ломается. Я просто, он не бьет по ней вообще. Потом с этим разберемся, короче. Ну а пока на сегодня все. Созы с меня эпичные видосы. Наверное, видео по этой игре будут еженедельно выходить. Ну и надеюсь, что мы ее все-таки пройдем. И таких проблем, как вот с этим, как вот с этой штуковиной, у нас будет немного. Подписывайтесь на стрим с канала Логовый канал, Спадеру ВКонтакте. И всем пока.